Добрый день, с вами житель Земли. Хочу провести сравнение динамического и электретного микрофона. Использую известную историю. Я хочу показать на различных расстояниях, как это будет звучать. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Убил, закопал, на могиле написал. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Убил, закопал, на могиле написал. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Убил, закопал, на могиле написал. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Убил, закопал, на могиле написал. У папа была собака, он ее убил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Убил, закопал, на могиле написал. У папа была собака, он ее любил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Убил, закопал, на могиле написал. У папа была собака, он ее убил. Она съела кусок мяса, он ее убил. Убил, закопал, на могиле написал. У папа была собака, он ее убил. Она съела кусок мяса, он ее убил.